Место. Например, давайте по одной бутылочке. Сейчас мы вам накружим гонорар. Отлично. Начнем с Евгения. Нет, это совсем. Не, ну это их право как бы. Ну что это вообще уже не. Сейчас узнаем, почему он принесло. Почему вы принесли сюда вино, Женя? Ну потому что наша невеста такая же белая и красивая, как это вино. Это супер! Хорошо. Филипп, почему вы принесли Кока-Кола? Ну, тут как бы написано для самых близких, я сразу не подумал. Yeah! Отлично! Это отдаем. Его тоже отдаем. Крышку, принесите крышку. Вы уезжаете или еще побудете с нами? Людмила с тобой выпивать, я просто думаю, уезжает. Мне этого мало. Выходите, пожалуйста, сюда. Так, второе желание. Надо спеть песню. Да. И здесь не стоит задача, знаете, спеть песню как шоу голос, что тут красиво. Нет. Вы сейчас посовещаетесь. Какой-нибудь там припев из руки вверх, либо Макса Коржа, что-нибудь последнее. Без проблем, Лободу можете, мы с радостью. Давай только не на поле танки грохотали, не алкоголичку. Алкоголичка, алкоголичка. Знаете такую песню? Потом включим, классная песня. Что-то какой-то припев. В любом случае, вы начнете...